Сага «Секс в большом городе» стала для нас революционной не только по степени откровенности обсуждения интимных отношений. Четыре героини демонстрировали самые свежие стилевые решения. А если верить тому, что мода циклична и возвращается каждые 20 лет, самое время вспомнить, какими были 2000-е. Акула пиар-бизнеса Саманта Джонс с одинаковым шиком носит и однотонные деловые комплекты, и бесстыжий гламур с поеточными проблесками 80-х. Редкая красотка за 40 может себе позволить открытые плечи, голый пупок, серебро и золото сразу. Но ведь пешеход обращает внимание только на тот автобус, который его сбил. Самую раскованную сексуальную героиню Саманту можно узнать по крупным украшениям, а также страсти к маркам. Гуччи, Версаче, Шанель. Это откровенные вырезы, это строгие костюмы, при этом в них обязательно есть какая-то долька сексуальности. Другая сильная и независимая – адвокат-трудоголик Миранда. Она куда послушнее следует дресс-коду, но пресной и скучной ее не назовешь. Вне работы бизнес-леди экспериментирует с одеждой гораздо чаще и удачнее остальных. Тут и хиппи-стилистика, и андрогинные образы, и элегантность. Медный цвет волос отлично обыгрывают контрастные наряды – зеленые, красные, землистые, ярко-синие и желтые. Типичная Кэрри выбирает бельевой стиль, мешанину принтов, безумные аксессуары и дорогие туфли, которые скрашивают путь незамужней женщины. Образы такие же беспорядочные, импульсивные, эклектичные и неприручаемые, как она сама, но за это ее и любят. Если бы я была стилистом того времени, когда вышел сериал, то, скорее всего, я сочла бы героиню Кэрри Брэдшоу все-таки самой стильной и интересной. Однако сейчас те образы, которые носила тогда героиня, можно сказать, отчасти безвкусные. Но зачастую можно почерпнуть для себя очень интересные идеи. Сейчас у нас носят свитшот с пышной юбкой. Вполне себе адекватный вариант для современной жизни. Хочется похвалить героиню Кэрри за то, что она носила головные уборы. Это и сейчас остается стильным элементом. Поначалу Патрисия Филд собирала вещи для нее в масс-маркетах, секондах и бложках, но по мере роста популярности колумнистка стала одеваться дороже, и из Брэдшоу стала бренд-шоу. Кто бы подумал, что Кристин Дэвис могла стать экранной Кэрри, но актриса отказалась и перевоплотилась в самую консервативную в банде вечно 30-летних – Шарлотт. В образах Шарлотт можно проследить и детскую наивность, и элегантность, и строгость. Таким образом относятся силуэты в стиле Dior, когда мы наблюдаем приталенный силуэт и раскрашенную юбку, а также стиль преппи, в котором сочетается клетка, горох, а может быть кокетливая полоска. Милашка и воплощение американской мечты расцветает по мере роста в матримониальных планах. Любимый черный цвет, платье, футляры и брюки к третьему сезону из гардероба арт-дилера исчезли. После развода она позволяет себе декольте, мини-яркий макияж, но в шестом сезоне, притворяясь примерно иудейкой, возвращается к скромности и минимализму. Из аксессуаров – жемчуг и ободки. Самые узнаваемые черты стиля Шарлотт читаются в образах Жаклин Кеннеди и Кейт Миддлтон. Романтичная классика. В каждом из персонажей есть немного нас, так что советуем пересмотреть все 6 сезонов заново, чтобы узнать, о чем все-таки говорят женщины, какие драмы они переживают, или хотя бы для изучения истории моды.